Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим общаться и слушать музыку в исполнении трио под управлением Ивана Смирнова. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Иван Смирнов – российский гитарист и композитор. Родился в Москве в 1955 году. С середины 70-х работал в различных экспериментальных музыкальных коллективах. В фьюжн-группе «Второе дыхание», в ансамбле Эдуарда Артемьева «Бумеранг», джаз-рок-ансамбле «Арсенал» Алексея Козлова и других. Начиная с 1990 года, Иван Николаевич занимается собственными музыкальными проектами и сочинением музыки для кинофильмов. Активно гастролирует со своей группой по всему миру, выступая на различных фестивалях и концертах. Познакомиться с творчеством Ивана Смирнова можно прямо сейчас в программе «Канон». В предыдущей программе. Ну, стиль. Это мое отношение просто к тому, что я делаю. То есть характер. Примером, только примером. Угу. Вот праздник, идем в храм все вместе. Потом никто не идет, я один иду. Потом они все идут, и я не иду. Рок-музыка может навредить? Она может. Все может навредить, вы знаете. Все может навредить. Например, можно выпить воды в ведро и умереть. Часто задают такой вопрос, что... Было просто невыносимо. А просто не вот так вот с родственниками, с отцом работать, да, это даже помогает.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях трио под управлением Ивана Смирнова. Мне кажется, эта студия таких чарующих звуков, таких волшебных звуков и не помнит. Ну, это уж много чести. Сергей просто вообще проявил себя. И волынка прозвучала. Ну и да. И как все инструменты вообще называются? Можете назвать? Сейчас кларнет. По-разному. Сейчас кларнет, да. До этого был low whistle, tin whistle, волынка. А что это за инструмент? Они чьи? Из какой страны? Вот tin whistle — это кельтский инструмент, он шотландский, ирландский, бритонский, испанский. У нас это свирель. Mm-hmm. Просто у нас делают вот это наш вот инструмент свирель. Mm-hmm. Вот так она выглядит. Mm-hmm. Вот. У нас есть мастера, которые наконец-то делают очень хорошие инструменты. Вот. Так что. Вы говорите под управлением, а у нас управление такое, кто управление? Никто тогда не управляет. Кто ведет самолет? Никто не ведет. Мы, так сказать, друг друга дополняем, и, в общем, так, нельзя сказать, что под управлением, но, потому что Ваня играет у нас в концерте свою музыку, Сережа тоже фрагменты, иногда... То есть каждый играет свою музыку, а в итоге получается хорошо? Нет. Вот. Есть номера целые, так сказать, авторские у Сережи и у Вани. Ага. Вот мы с вами говорили о музыке, которую можно слушать и нежелательно. Но мне кажется, есть такие коллективы, которые просто одобрены к прослушиванию. Я сейчас имею в виду коллектив «Ихтис», которому это к Ване, вот. Иван и Михаил Смирнов имеют просто непосредственное отношение. И Сергей. И Сергей тоже, да. Знаете, занимайтесь саундом. Я, так сказать, вот не буду на себя тянуть одеяло, но многие монахи и во многих монастырях слушают мою музыку. Она что, одобрена, что ли, получается? Благословлена. Не-не. Сейчас благословиться можно на что угодно, на многое. Так сказать, на мир. Значит, просто она находит отклик в сердцах. Значит, она о том. Что значит одобрено? А вот это не одобрено. Ну, я так вот против. Человек должен сам чувствовать это. И тогда, ну что? Нет, я имею в виду, что. Литература одобренная к чтению. Ну как это? Коллектив «Ихтиса» настолько любим. Православными. Ну, потому что он хороший. Потому что он действительно высококачественно сделан. Ну, вот. А расскажите об этой работе. Насколько она сложнее, чем работа в коллективе вот в таком плане? Ну, нет, мы с Сережей занимаемся как бы музыкой. Как бы? И то есть направление стиля не имеет отношения, да? Ну, да, и мы относимся одинаково к музыке, что в «Ихтис». Просто контексты немного разные. Понимание одно. Да, а так мы делаем аранжировки и всю инструментальную часть для «Ихтис». Все равно так, как мы делаем это, в общем, всегда. Истинная
А что касается ихтиса в плане ихтис, мы уже так по-русски ихтиса, в плане какой-то вот какой-то миссионерской, да, если можно так. Ну, конечно, безусловно, не миссионер. Какой-то такой стороны, то тут, конечно, лучше говорить с Адрианом, с нашим. Ну, мы 2 года назад с ним встречались. Если жизнь превращается в охраняемую частную собственность, она ничтожна. Надо жизнь посвящать каким-то идеям, что не противоречит семье, там, и все, просто все чего-то должно посвящено. И в нашем случае это посвящено преображению себя, мир вокруг себя. Помоги нам всем, Бог, в этом. Одна из основных заповедей для меня, во всяком случае, – любите друг друга. Это очень важно сейчас, во время того, когда общество, как это называется иностранным словом, секуляризуется, разделяется. Нет желания друг друга слышать и нет желания как бы открывать сердце навстречу, понимать, в чем дело. Вот поэтому я думаю, что, закончив словами знаменитого ливерпульского поэта, все-таки все, что нам нужно, это любовь. Да. Но имеет место такая мысль вообще, да, миссионерская. Что конечно. Вы можете сказать, где вас в ближайшее время можно послушать в Москве? Да, ближайший концерт у нас будет в джаз-клубе «Союз композиторов» 26 декабря и 8 января в джаз-клубе Алексея Козлова. Угу. Приходите, будем очень рады вам. Ну и самое ближайшее выступление, это, я думаю, прямо сейчас. Что вы нам исполните? Да. Последок. Мы сейчас сыграем такую немножко шуточную такую пьеску, вот, которая мне не свойственна, но мне нравится. Вот, и она отличается от общей канвы, поэтому не свойственно, что ли, немножко. Но постепенно я вот начинаю тяготеть к такого рода музыке местами. Но не забывай о более таких вещах, глубоких, что ли.
Спасибо вам большое за эту музыку. Вот вам вы в начале первой программы сказали, что музыка, которую вы исполняете, это ваш характер. У вас, да, могу сказать, отличный характер. Вы знаете, он разный. И музыка очень разная, не похожа друг на друга. А как пьеса называется, вот, крайняя? Я ее буду называть. Я вот только ее... Может быть, нам обратиться к телезрителям за помощью? Ну, давайте, обращайтесь. Если придумают. Обращайтесь. Это как вместе. Мы ее вместе с вами. Нельзя. Будем проверять. Иван Николаевич, в заключение нашей беседы я хотел бы вам подарить в память о нашей встрече. Это здорово. Я люблю подарки. Икону. Ух, образ Пресвятой Богородицы, нечаянная, да, радость. Да, нечаянная радость. Замечательно. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. За встречу. Да, спасибо, Господи. Мы вас с удовольствием приглашаем еще раз. Приходите. Будем рады вас видеть. Мы всегда за. Храни Господь вас и вас вашу тоже. Большую семью. И вашу семью. Спасибо. И вас. И всем телезрителям, конечно, привет. Спасибо. Как говорят, сейчас мне не нравится это, берегите себя. Да не берегите, будьте здоровы, и чтобы все у вас было хорошо, и всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через одну неделю. Всего вам доброго.